Всем привет, меня зовут Леся и это канал о вязании. Сегодня я расскажу, как связать вот такую вот шапку. Она очень стильная, красивая, крупной вязки. И именно благодаря тому, что она вяжется из такой толстой пряжи, ее можно связать буквально за один вечер, ну или по крайней мере за один день, в зависимости от того, как быстро вы вяжете. Вязать я буду из пряжи Мега Альпака от BBB. И вязать я буду спицами номер 8. Также мне понадобится дополнительная нить. По идее, желательно, чтобы это была максимально толстая нить, максимально приближенная к мега альпаке, но у меня будет ниточка потоньше. По идее, это не катастрофично, но желательно, чтобы ниточка была максимально похожа. И еще мне понадобятся чулочные спицы. Это потому, что лично мне удобнее, когда я вяжу начало шапки, вязать я буду сверху, мне удобнее вязать это на чулочных спицах. У меня это номер 5,5, потому что у меня нет, опять же, чулочных спиц номер 8. Но, как я уже говорила, это не принципиально, когда дело касается начала вязания на макушке. Если там будет несколько потуже, мне даже так лучше, меньше будет продувать. Вот так у меня выглядит образец. Здесь в нерастянутом виде, если измерять, я измеряла в 7 петлях, у меня 7,5 сантиметров. Но шапка все-таки будет в растянутом состоянии немножко. И в таком состоянии я посчитала, что в 7 петлях у меня 9 сантиметров. От этого будем отталкиваться. Окружность головы у меня 52 сантиметра, поэтому мне понадобится в итоге, чтобы у меня получилось 40 петель. Начну же я вязание с макушки. Я наберу 16 петель, по 4 петли на спицу из дополнительной нити. Зачем я это делаю? Это я делаю для того, чтобы у меня на макушке петли были открыты, поскольку так лучше всего потом затягивать шапку. Если же петли не открыты, а вот просто набраны, то когда их затягиваешь, но образуется вот лишний здесь материал, не получается так аккуратно. Как вариант, можно, конечно, делать не открытые петли, а потом просто их распустить и стянуть. Я так уже делала, но в этот раз хочу попробовать именно дополнительную нить. Итак, набираем 16 петель на чулочные спицы. Я набираю самым простым для меня способом. Это делается вот так. 1, 2, 3, 4. Ставлю следующую спицу. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. После чего я их соединяю уже в ровный такой кружочек. Убеждаюсь, что у меня все петельки не перекручены, а развернуты в одном направлении. И сейчас я провяжу первый рядок. Я провязала один ряд на вспомогательной нити. Этого мне будет вполне достаточно, просто чтобы петли остались у меня открытыми. И теперь я приступаю уже вязать из своей основной нити. Вот провязала я первый рядок.
она уже на основной, на своей нити. Вы видите, конечно, что разница огромна между нитями, но это будет не страшно. На конечном результате это никак не скажется. Сейчас я провяжу еще один ряд, и потом мы начнем уже прибавление для шапки. Итак, провязала я второй ряд, и сейчас у меня начнутся уже прибавления. Я вам расскажу о своих расчетах, в вашем случае, возможно, они будут несколько иными. Итак, я набрала 16 петель, всего мне нужно 40 петель получить в итоге. Поэтому прибавить мне нужно 24 петли. Прибавлять я буду следующим образом. Везде вот на стыке, перед крайней петлей. То есть вот здесь у меня будет прибавка, вот здесь, вот здесь. Вот здесь, вот здесь, здесь и вот здесь. Получается, что в одном ряду у меня будет 8 прибавок. Итого в 3 этапа я сделаю все нужные прибавки. И делать я это буду через ряд. И я покажу вам сейчас, каким способом я делаю эти прибавки. Я обязательно делаю прибавку не сразу между спицами, а вот оставляю одну петлю с краю. Иначе будут образовываться некрасивые дырочки. Иногда мне нравится этот эффект, особенно на леглане смотрится неплохо. Но в данный момент я хочу дырочек избежать, потому что, когда речь идет о такой крупной пряже, это будут не дырочки, а дырищи. Итак, я провязываю одну петлю, просто без прибавлений, без всяких. И сейчас мне надо сделать прибавку. Как я ее делаю? Вот у меня, видите, ниточка, и я накладываю петлю, перекрещивая ее вот таким образом и затягивая, провязываю 2 петли. Сейчас мне надо сделать еще одну прибавку. Также вот у меня петелька, мне надо ее перекрестить и прибавить. Но по сути вы можете, даже если вы еще не сильны в прибавках, просто взять петельку, перекрутить ее, вот она у вас, вот такая. И так я делаю прибавки, то есть получается через ряд. После того, как я сделала все прибавки, я сейчас уже перейду на круговые, более толстые спицы. И дальше буду вязать ими. Дальше мы вяжем по кругу в свое удовольствие. У нас будет получаться очень красивое закругление. И за счет того, что мы сделали смену спиц, то есть более тонких на более крупные, также более плотная вязка на макушке будет способствовать непродуваемости шапки. Помимо прочего, здесь еще будет немножко стянуто. И вяжем по кругу. Расслабленно, и периодически вы можете примерять шапочку, чтобы понимать, какую именно длину вы хотите и когда вы хотите начать делать отворот. Сейчас я хочу уже стянуть макушку, чтобы иметь представление о реальной длине шапки, иметь возможность ее примерять, видеть, как она сидит, и рассчитать точно ее высоту. Нам нужно убрать вспомогательную нить. И вот этим вот кончиком, началом нити, я им же и стяну эти петли. Я их освобождаю. И тут же я буду их стягивать. У меня вот такая вот есть иголочка пластиковая. Но если у вас ее нет, вы можете просто крючком стягивать. И вот так вот я буду освобождать петельки и тут же их нанизывать. Вот я продела ниточку через все петли. И затягивать я буду с изнанки. Именно завязывая с изнанки, петельки лягут так, как нам нужно, и сформируют красивую макушку.
И сейчас мы завяжем узелок и спрячем кончики. Сейчас, когда я связала необходимое мне количество петель, шапку я уже померила, поняла, что этой высоты мне достаточно. Сейчас я буду снова переходить уже на чулочные спицы и в три этапа сужать макушку, точно так же, как я ее и расширяла. Чтобы у меня рядочки убавлений были ровненькие, симметричные, убавляю следующим образом. С этой стороны мне нужно убавить и с этой. Когда я убавляю справа, я просто две петли провязываю одной петлей. Вместе раз, два. А когда я убавляю слева, я первую петлю снимаю, провязываю вторую и первую надеваю на вторую. Таким образом у меня получаются красивые убавления. Итак, все убавления сделаны. Осталось только отрезать кончик, достаточно длинный, чтобы мы могли закрыть макушку. Вдеть этот кончик в иголку. Собрать все петли сейчас на эту иголку и стянуть макушку. Узелок можно завязать покрепче, а кончики просто направить в центр, потому что все равно видно их не будет, особенно можно не мучиться с тем, как их именно заправить. Наша главная задача, чтобы вот они не виднелись с лицевой стороны. Где-то посередине полотна внутри у меня тоже был узелок, поскольку одного мотка мне не хватило. Я тоже не заправляла нити, я хорошенечко закрепила узелок, и ниточки эти просто остались внутри шапки. Край я никак не фиксировала, хотя я выкладывала недавно видео с тем, как зафиксировать край шапки. Но дело в том, что здесь очень крупная пряжа, и такой способ он мог бы выглядеть грубовато с такой толстой пряжей. Вот такая шапочка у нас в итоге получилась. Она просто неимоверно теплая. И благодаря составу пряжи, толщине, и благодаря тому, что она у нас двойная. Поэтому вы не замерзнете даже в самые лютые морозы. Помимо прочего, она стильная, очень симпатичная. Я уверена, что у вас обязательно все получится, если вы начнете ее вязать. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.